Уважаемые участники, мы рады приветствовать от лица Федерации настольного тенниса Воронежской области всех вас на 48-м открытом турнире на призы компании DT Play Санкт-Петербург при поддержке Федерации настольного тенниса Воронежской области. И хотели бы всех поздравить с организацией вас с участием в этом празднике настольного тенниса. Этот турнир является коммерческим призовым фондом, собрал более 120 участников в поселке Отрадное, в ФОКе Молодежной Воронежской области. И нам отрадно видеть резидентов различных регионов. Приехали люди из Петербурга, спортсмены Челябинска, Тамбова, уважаемые друзья с Липецка, Белгорода. И самые маленькие участники у нас, если я не ошибаюсь, 9-летние спортсмены. Самого старшего участника я, к сожалению, не знаю, но думаю, достаточно возрастные ветераны, бывшие спортсмены. От лица Федерации я желаю всем честной, дружеской борьбы, только побед и получить радость от участия в нашем двухдневном турнире. Я передаю слово организатору от компании DT Play, и она хотела бы сказать пару слов. Я Инна, компания DT Play, это маленькая такая попытка отечественного производства. Неважно, там профессиональный огромный развал, главная идея, подходите. Сегодня 48-й турнир, собственно, 48% скидки мы к вам привезли. 48-й турнир в разных регионах мы проводим уже 7-й год. И первый раз мы приехали к вам, спасибо огромное за гостеприимство. И отдельно благодарность, конечно, хочу выразить Александру Сергеевичу за то, что он позвал нас настойчиво и все это организовал. Я, конечно же, желаю всем бескомпромиссной борьбы, удачи. Ну и пусть победит сильнейший. Всем спасибо. Через 5 минут начало.